Добрый вечер. Снова, снова рад быть с вами виртуально. Надеюсь, все живы, здоровы и, знаете, такие имеют положительное, хорошее настроение, потому что. Мы с Богом, и Бог с нами. И на прошлой неделе мы начали размышлять над темой будущего. И будущее обычно людей напрягает. Люди хотят знать будущее, да, и они хотят контролировать. И некоторые, может быть, хотели бы изменить свое будущее. Для этого его надо знать, потому что вещи, которые мы не контролируем и не знаем, они нас напрягают. Просто Человека напрягает то, что он не знает и что он не может контролировать, но ему придется с этим столкнуться. Но а, для христиан тема будущего не пугающая. Для христиан тема будущего она радостная, потому что а, а, мы знаем наше будущее. И не зря мы эту серию проповедей о будущем начали с темы, что Бог в контроле всего. Бог знает будущее, и Бог контролирует будущее. Есть цель, есть Божий план, к чему и движется вся история человека, вся история Вселенной. И ничто не может остановить воплощение Божьего плана. Ничто не может остановить воплощение Божьего плана в твоей жизни. Даже смерть не может остановить. Она просто является участником, и через смерть ты переходишь в то состояние, для которого Бог тебя, в принципе, и создал, для вечного духовного существования с Богом. Поэтому ничто, даже смерть, не могут остановить воплощение Божьего плана. Ничто не остановит будущего, которое прекрасное, которое нас ожидает. Итак, Бог в контроле всего. И мы идем к будущему, и на страницах Священного Писания или со страниц Священного Писания мы знаем, и мы об этом размышляли в воскресенье, что в будущем человека ждут только две участи могут ждать. Это рай или ад. И рай, и ад, они существуют. Мы, мы об этом читаем в Священном Писании. Это не просто аллегорическое описание чего-то. Это реальные места, которые существуют. Ад реален. И рай реален, но разница между ними в том, что в воду плохо, а в раю хорошо. Еще разница в том, что ад не был создан для человека. Мы читаем в Евангелии от Матфея, Иисус Христос говорит, что ад или озеро огненное они были созданы для дьявола и его служителей, для бесов, а рай был приготовлен для человека. Но в, у пророка мы читаем, что ад расширился. Потому что люди сознательно отвергают Бога. И теперь люди тоже идут в ад. Хотя он был предназначен для дьявола только, но теперь туда идут люди не потому, что Бог их туда посылает. И мы об этом говорили, люди идут в ад, потому что они отвергают Бога, они отвергают его присутствие, его участие в своей жизни. И говоря о рае и, и аде, выбор для человека, выбор этого места или своего будущего, он совершается сейчас, здесь, на Земле, через то, что мы принимаем Бога и идем в рай, или мы отталкиваем Бога, и тогда нас ожидает ад. То есть это реальные места, и Иисус о них говорит, и мы верим, что есть ад, и мы верим, что есть рай. И об этом довольно-таки хорошо, мне кажется, было раскрыто в проповеди вот в это воскресенье, о чем я предложил бы вам поразмышлять на сегодняшней беседе, о том, как знание вот этого будущего помогает нам сегодня, и как знание этого будущего для человечества помогает нам говорить людям о Боге. Посмотрите, нам не так много известно про ад. Мы знаем, что это плохое место. Там плач скрежет зубов. Там пламя неугасимое. В откровении мы читаем, что дым от их страданий возносится вечно. И больше мы знаем про рай. Почему? Потому что для нас готов рай. Не ад. У Бога не было цели подробно расписывать жизнь в аду, потому что она не для нас. Но у Бога была цель описать жизнь в раю, потому что она для нас. И об этом хорошо говорят книги Откровения, последние главы. И мы об этом на протяжении следующих недель будем подробнее размышлять. Но сегодня на группе я предложил бы вам поразмышлять именно над этим. Возьмите историю с богачом и Лазарем из Евангелия от Луки и поразмышляйте, как эта история помогает нам жить на земле, знание того, что есть ад и знание того, что есть рай, и как эта история помогает нам делиться с окружающими нас людьми о Боге, о спасении, о вечной жизни, которая ожидает каждого. Но для них эта вечная жизнь будет в аду, а для других эта вечная жизнь будет в раю. Пусть Господь вас благословит и хороших вам размышлений.